Югорчан, сваливающих мусор в лесу, будут ловить за руку. На них устроят даже фотоохоту. Об этом сегодня нам рассказали в природонадзоре Югры. Речь идет о виновниках появления стихийных свалок. В прошлом году таких мест специалисты выявили почти 1300. Две трети из них ликвидировали. Однако в этом году появляются все новые факты нарушения природоохранного законодательства. А потому природонадзор вместе с муниципальными властями решили ловить нарушителей с помощью настоящих засад в вечернее время. Начали с Советского района. Этот муниципалитет признан самым неблагополучным в плане стихийных свалок. По Советскому району установили 21 нарушителя непосредственно, которые вывозили и выгружали отходы на тех местах, которые мы, ну, скажем, спланировали, что там возможно нарушение. Это та подвижка, которая, надеюсь, даст результаты, во-первых, административное, уголовное преследование, а второе, есть лицо, которое должно за собой убрать. А муниципалитеты пошли немножко дальше, они пошли на закупку фотоловушек, и это тоже будет применяться, я тоже думаю, даст результаты.